В двухуровневом доме в Буче будут жить двухлетняя кошка, супружеская пара 39 и 28 лет, которая планирует в ближайшие несколько лет завести ребенка. К ним часто приезжают на выходные родные, которые остаются на несколько дней. Для них надо было запланировать удобное спальное место. Для пространства кухни, лаунж-столовой мы предложили польский паркет фабрики Берлинок коллекции Windermere Multi из ясеня. Кухонные фасады также изготовлены из этой породы дерева, что создает единое гармоничное решение для всего пространства. Кухонный фартук выложен керамогранитом испанской фабрики El Molino коллекции Сиракуса. По периметру лаунж-зоны мы инсталлировали встроенную систему освещения Modulight, которую производит испанская компания BPM Lighting. Вдоль треков были установлены двойные точечные светильники Ensuite бельгийской фабрики Delta Light. Владельцы квартиры являются приверженцами сдержанного стиля, поэтому наши дизайнеры решили сделать функциональные элементы интерьера декором. Мы выбрали для лестницы кардинально черное перила, которые создают интересный графический эффект на фоне снежно-белых стен. Партнерами к черным поручням и лестничной балюстраде стали черные наличники дверей, которые превратились в своеобразную раму для дверей. Смотрите наше портфолио по ссылке в описании под этим видео. Эффектную зеленую плитку наши дизайнеры нашли в коллекции Флора польской фабрики Apocno. Зеркало в ванной обрамлено контрастной черной рамой, по периметру которой мы пустили скрытую светодиодную подсветку. В качестве напольного покрытия мы предложили белый керамогранит испанской компании Emigres коллекции Slab. В ванной комнате мы создали тот же декоративный эффект, что и в других комнатах. Мы использовали черные аксессуары, детали и материалы на контрасте с доминирующим белым фоном. Чтобы подчеркнуть мужской характер кабинета, мы предложили для напольного покрытия брошюрированный дубовый паркет украинского производителя Porta Vita. Брошировка подразумевает снятие верхнего мягкого слоя древесины для ее состаривания и придания ей большей фактурности. В центре гостевой спальни, чтобы подчеркнуть правильную форму комнаты, мы разместили два светильника Alberta испанской компании BPM Lighting. Инсталлированный подвесной потолок позволил создать нишу, в которой мы скрыли карниз и встроенную светодиодную подсветку. Для комфортного чтения перед сном предназначен одиночный подвес Rudy справа от кровати. Его представляет американская компания Roll & Hill. Спальня владельцев квартиры является не только местом для отдыха. В ней мы разместили вместительный гардероб размером 3350 на 600 мм. По обе стороны кровати висят подвесные светильники IC Light Suspension, которые производит итальянская фабрика Floss. Шары матового стекла, создающие рассеянный свет, крепятся к статичным палкам, изготовленным из латуни и покрыты бесцветным лаком. В детской комнате преобладают два холодных оттенка – голубого цвета, гиацинтовый и синий цвет маленького мальчика. На одной из стен мы расположили минималистичное полотно в голубых и белых тонах с изображением пейзажа. Обои и дизайн всей комнаты создают спокойную атмосферу, которая особенно важна для маленького ребенка. Противоположная стена частично окрашена финской краской Tikkurila Liitu. По ней можно рисовать разноцветными мелками и крепить свои рисунки, фотографии и коллажи. Вторая ванная комната, кроме своих прямых функций, играет роль постирочной. В высоком пенале мы расположили стиральную и сушильную машины, а над ними ящики для моющих средств. Для стен ванной комнаты мы подобрали керамогранит украинской фабрики Allor Group из коллекции Allor Group Concrete, имитирующий бетон, тонированный в белый цвет. Для стены душевой кабины мы предложили керамогранит испанской компании Tau Керамика из коллекции Forever. Она также воспроизводит натуральный рисунок древесины. На первом этаже мы расположили все общественные пространства, кухню, столовую, гостиную, а также кабинет, куда к хозяину квартиры иногда приходят клиенты. Все личные пространства, спальня владельцев, их будущего ребенка и гостевая комната расположены на втором этаже. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и живите красиво!